подводником и с растопыркой пальцев, вот мы десантники. Ну какая служба? Там это люди, которые действительно вызывают искреннее уважение. Даже с детства мы воспитывались на фильмах советских. Это «Командир счастливой щуки». И так далее, и так далее. Но вот песня, которую вы слышите, она тоже включена в наш новый альбом. Когда в 95-м мы впервые приехали на Кавказ, в самый разгар той первой чеченской кампании, то тоже давали концерты не только у наших ребят, но у всех, чтобы как-то поддержать мужиков песнями, сказать добрые слова. И очень часто выступали перед мужиками, которые так же, как и мы, гордимся своими краповыми беретами. Подружились, стало очень много друзей в дивизии Дзержинского. Потом нас пригласили в Софрино, когда мужики сдавали на краповый берет. И мы, увидев, как они берегут свой символ, своего братства, так же, как и мы, голубой берет, написали песню, которую назвали «Краповый берет».